Всем салам алейкум. На природе находимся. Приехал в гости к своему другу. Короче, испытываем его мощенькую винтовку. Прицел ПСО, один патрон и барнул, кажется. Там пачки не было у нас. Стрельба у нас на 100 метров. Вот. Вот дальше гонгов, который... Да, патроны уже который раз уже осечку. Вот один патрон. Да, барнул это. Давай, стреляй. По гонгу? Давай заодно посмотрим, как он гонку расшивает. Гонку у нас на 50 метров. Ближе покажу еще. О, пуля конкретно. Видишь, до сих пор она свистит. До сих пор пуля свистит. В наушниках активных это слышно. Да. Она долго, секунд 5-6 у меня, 7-8, наверное. Ты попал в гонг? Наверное, да, пойду. Так, по гонгу попадания не было у нас. Промазал. Сейчас идем на сотку. Вот такие красивые места. Стрелял вот сюда. Видишь, уже... Так, мы умещение. Стрелял, как ты говоришь, покажи еще раз, куда стрелял? Вот сюда стрелял. Целился я, туда? Я не знаю, сбили, короче, это. Прицел сбился, да. Вот у меня вот. Так, попадания это... какие? Вот раз. Раз, два. Два и вот третий. Это мой отрыв. Это второй выстрел, скорее всего, вот это у меня был. Так, и до этого, это какие были патроны вот у нас? Новосиб у меня. Новосибирские патроны. Пуля да. Сколько грамм там было? Я не знаю, 9 с чем-то, может, там 9, чуть больше. 3, кажется. Сейчас мы рулеткой покажем. 4 сантиметра мы же измеряли его. Да, вдруг там кто-то не поверит. Сейчас я покажу. Вот она. 4 сантиметра, это винтовка Мосина, которую мы стреляли. Просто в кадр видео не попало у нас, как мы стреляли. 34-го года он. 34-го года? Перестволенный? Нет, родной ствол. Родной черный ствол, вот у нас. Огневой рубеж.